Коренное отличие КПРФ от новоявленных защитников народа в том, что наша приверженность благу народа и патриотизму испытана на деле. Отличие КПРФ от других партий еще в том, что все они обещают избирателю золотые горы, но только на словах. 4 раза и составлять не менее 50% зарплаты. Семье с 3 детьми кредит должен быть безвозмездный. Крупной промышленности будет сочетаться с мерами поддержки малого и среднего бизнеса. И не было ни простой в работе, ни времени на отдых. В течение всех... Постановили в соответствии со статьями Федерального закона о выборах президента Российской Федерации выдвинуть Зюльванова Геннадия Андреевича от политической партии Коммунистической партии Российской Федерации для баллотирования на выборах на должность президента Российской Федерации. Наша партия современна, она серьезно омолодилась, она сегодня имеет в руководстве новую плеяду людей, и это новый облик, в том числе и председателя власти, и этому могут противостоять люди хорошие. Еще и выборов не было президентских, уже поделили между собой должность. Поэтому я прошу их уважать граждан, уважать страну и ту конституцию, на которую они ссылаются. Решульский, блестящий опыт в Думе. Это у нас. Нарисуйте, нарисуйте.